Всем привет! Сегодня очередное утро. Ляля медленно просыпается, мы ее уговариваем. Лялечка, пойдем на улицу. Ляля-то не дура, она понимает, что на улице такой мороз. Да, что не позавидуешь никому. Вот. Мы ей рассказываем, как мы ее тепло оденем. Гладим, почесываем. Вот так, да. Она такая недовольная, пытается побурчать и говорить, да я и вообще не согласна идти на улицу. Еще, говорит, подрасскажите, чем дольше время оттяну, тем позже выйдем. Вот. Сегодня Лялечка выходит у нас гулять в новом костюмчике. Я взяла самый большой размер экселечку. И на вид мне казалось, что он, Ляле, будет свободен. Но оказалось все совсем не так. Застегнуть смогли только первые две верхних кнопочки. Остальные даже не сходятся и близко. Поэтому вот как-то так. Капюшончик падает на глаза и у Лялечки закрывает ниже носика. Потому что у нее маленькая мордашка. И поэтому мы его завернули просто в другую сторону и одели Ляле шапочку. Ну а так костюмчик хороший. Он на резиночке и прикрывает ее хорошо. Ляля стоит, думает, чем ей заняться. Она в боевом настроении, там в другом видео я покажу, как Лялечка там еще облаяла собачку бездомную. Ну, Ляля смелая, когда две охранницы рядом, конечно, можно повыступать. Вот. Ляля хвостиком машет, настроение хорошее, но одновременно приходится думать о своей жизненной безопасности. Так, говорит, возьмите меня на ручки, я по таким морозам гулять не намерена. Ну, прошло 5 минут где-то, как мы вышли, и мы сейчас быстренько возвращаемся. Сейчас насыпем кормушки семечек птичкам. И еще мюсли я разломала. Такие мюсли, ну, батончики мюсли. Вот. Потому что голуби, возможно, их клюют. И сыпем, как всегда, в кормушку и сыпем на снежок для голубей, чтобы они не сразу залетели, не ограбили кормушки. Вот так, да. А Ляля сейчас будет проверять качество продукта. Вот как если вы внимательно будете смотреть, то увидите, мюсли она попробовала, да, и выплюнет. Это не подходит, она возьмется за семечки. Ляля проверяет качество продукта. И быстренько бежим домой. Видите, у Ляли я лапка завязала, я же тебя в интернете потеряла. А здесь я показываю, как в воскресенье в нашей церкви люди молятся. А дети ждут, когда будет причастие. Я снимаю с маленького зала. Утром здесь проходит в маленьком зале литургия, а попозже проходит в большом зале. Там и мужчины, и женщины много. Я просто из-за кутка тут снимаю. Вот. И детей не показываю, потому что, ну мало ли что, может родители это будут раздражать. Дети ждут причастия. И проводят время здесь, чтобы не мешать взрослым там, соблюдать тишину, чтобы не нарушать молитвы. Женщины спокойно молятся за всех, и за Россию, и за другие славянские народы, и вообще, чтобы был мир на земле. Ни одна мать не хочет никаких распрей. И беременных много. Вот стоит там вот в беленьком платье, но здесь не ясно, не видно. Короче говоря, мир на земле.